Герои фотографий Игоря Горелика – обычные люди. Здесь нет постановочных портретов. В объектив автора попадают зарисовки из жизни обывателей разных стран. Выходишь утром по городу, гуляешь, смотришь, вообще присматриваешься, маршрут запоминаешь в конце концов. А потом, ну, естественно, с камерой в руках. А потом уже пытаешься походить, посмотреть. Просто ищешь людей, ищешь ситуации. Зарождению экспозиции способствовала любовь к путешествиям. Амстердам, Дубай, Рига. На выставке представлены фотографии из 12 стран мира. Автор отмечает, каждое государство, каждый город интересен по-своему. Насчет того, какой город больше понравился, сказать сложно, потому что еще много чего, я надеюсь, предстоит. На данный момент любимый город, наверное, это Лондон и Барселона. Архитектура Гауди – это нечто потрясающее. Парк Гауди – это фантастика. Поэтому вот и люди там, наиболее мне, которые понравились. В экспозиции представлено более 80 цветных и черно-белых работ. Поздравить Игоря Горелика с открытием персональной выставки пришли друзья и коллеги, студенты, а также любители фотоискусства. Все здесь новое, все неожиданное, все с озорством с определенным, с артистизмом преподнесено. Художник мне этот не знаком, и я для себя его открыла, и могу сказать, что это действительно художник. Эти фотографии, действительно, они многосмысленны. Здесь важна каждая деталь. Эстонские, две женщины-эстонки, они очень высокохудожественно выполнены, как будто срисованы, сфотографированы с картин. Вот. Интересные экзотические страны, вот Марокко. Другие лица в исполнении Игоря Горелика белгородцы смогут увидеть до конца декабря. Диана Калединова, Павел Емелин, к этому часу, Белгород.